Бег. Бег – основное средство передвижения в баскетболе, применяется для выхода на свободное место, преследование соперника, занятия определенной позиции в защите и нападении. Резкое, неожиданное для соперника увеличение скорости бега или стартовое ускорение называется рывком. Рывок – лучшее средство освобождения от опеки соперника и выхода на свободное место. В процессе игровой деятельности используются следующие разновидности бега. Бег с ускорением, бег спиной вперед, бег приставными шагами в стороны, вперед и назад. Упражнение. Бег с изменением направления движения. Методические указания. Изменение направления бега осуществляется за счет мощного толчка выставленной вперед ноги в сторону, противоположную направлению движения. Туловище наклоняется в сторону вновь избранного направления. Бег с обеганием поворотных стоек, конусов, лицом и спиной вперед. Остановка, прием, позволяющий мгновенно прекратить движение, дает возможность в сочетании с рывками и изменениями направления бега на некоторое время освободиться от опеки соперника и выйти на свободное место для дальнейших атакующих действий. В баскетболе остановки осуществляются двумя шагами и прыжком. Поворот ⁇ изменение направления, пути движения баскетболиста в процессе игровой деятельности. Повороты выполняют как на месте, так и в движении. Их применяют для ухода от опекающего соперника. Укрытие меча от выбивания. Финтов с последующей атакой кольца.